Вот такой щенок шприцем. Весь в мазуте, непонятно, в чем провалился. Ведь не может у него рот весь, говорит, забит вот этой гадостью. Сейчас мы попытаемся почистить. Вот. Что можно в таких случаях сделать? Дальше. Вот клещей, ребят, снимаю. Но я уже не знаю, сколько я посняла. И с ушей, и отсюда. Это вообще кошмар. Он весь в клещах еще там уже был. Но уже цвет приобретает такой нормальный. Ой. Уже такой приближается к своему натуральному цвету, как говорится. Клещ — это вообще артас просто. Вот там клещ. Бедный ребенок. Бедный ребенок. Вообще весь в клещах. Все уши у него были в клещах. Вот моем, я не знаю, уже в какой раз. Уже, наверное... Наверное, сороковой действительно раз моем. Потому что спина у меня, конечно, капец спина. Вообще встать не успела. Но зато малыша, может быть, и спасли. Надеюсь, если он не глотался. Отпаивали его чаем. Поснимали у него клещи. Сейчас еще посушим его феном. Там нет.